Город Чебоксары. Прекрасный город. И по-чувашски он звучит как Шура-Шубашкар. Да, я приехал в этот город в 78 году. Меня он несколько удивил. Массивное строительство не только домов, но и крупных предприятий, таких как тракторный завод. И везде чувствовалось дыхание вот этого массивного, активного строительства. Город за это время очень сильно изменился. Он вырос значительно территории. Количество населения резко увеличилось. Когда я приехал, население было всего где-то около 300 тысяч, а сейчас уже более 500 тысяч. Прибавились новые улицы, новые проспекты, новые скверы, новые бульвары. И город стал намного выше. И своя архитектура появилась. Будучи депутатом городского собрания, мы утвердили дорогу к храму. И вот когда я проезжаю или вижу дорогу, у меня всегда сердце наполняется такой теплотой, такой гордостью, что я причастен к тому, что сейчас вот эта дорога существует и есть она. Хочется сказать о том, что очень изменился центр города. И вот понятия такого, как окраины города, нету. У нас каждый район друг от друга отличается своей архитектурой, своим своеобразием каким-то определенным. И вот это, конечно, навевает определенные мысли на то, что мы должны это сохранять, уважаемые граждане. Мы должны быть культурными, воспитанными и соблюдать чистоту вокруг себя обязательно. Сохранять то, что есть. У нас очень красивый город. Я много очень ездил по Европе, по другим странам, по Азии, по арабским странам. И я вас уверяю, действительно, наш город очень красивый и очень чистый. Вся моя жизнь в этом городе посвящена моей профессии, связана с моей профессией. Потому что я врач, детский врач, который посвятил себе служению сохранению здоровья детей. И я могу гордиться тем, что для того, что для детей мы в свое время построили современную больницу в юго-западном районе, которая очень хорошо и плодотворно работала. И медицина у нас стала намного прогрессивнее, наверное, надо сказать. У нас обновились буквально все. И поликлиники. Вытащили поликлиники из подвалов. Они поместились в нормальных условиях. Аппаратура медицинская. Новые методы лечения, диагностики. Посмотрите, у нас сейчас в городе действительно это все есть. Это все есть. И все в шаговой доступности. Мое пожелание городу, нашему городу, чтобы он был всегда таким же чистым, светлым. Город должен быть культурным. Если человек только вступил на эту землю, он должен почувствовать, что культура здесь на самом высоком уровне. Для этого мы должны с вами, уважаемые дорогие горожане, всегда чувствовать, что мы ответственны за свой город. Мы за него должны быть гордыми и всегда уважать наших гостей. И говорили: да, это жемчужина Поволжья.